Всем привет, мои дорогие! С вами Кононова Анна, проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами обсудим, примерим, вернее, много-много вещей от компании Faberlic. Сразу хочу сказать, что что-то упало в автозаказ, что-то не пришло, что-то не дошло, что-то удалилось из заказа. И вот таких вот прям монолуков будет действительно мало, но... Уж что пришло, то и буду вам показывать, мои хорошие. Может быть, в следующем видео я покажу следующую часть монолука. Пока что какой-то вот немножечко бардак, что ли, на складе. И очень сложно дождаться всех вещей. Вот эти джинсы, они мне пришли уже дня 3-4 назад. Но я их снимаю только сегодня, потому что сегодня пришел заказ. А потом через 3 дня еще придет один до заказ. И вот таким вот образом будем с вами снимать. Итак, мне сейчас брюки из джинсовой ткани для женщины, цвет голубой. Размер 52, артикул 528-413, состав 68% хлопок и 30 чего-то там, к сожалению, не пропечаталось. Обычные джинсы, я их оставляю, я такие люблю, я их с удовольствием поношу. Классическая у них идет комплектация, ничего лишнего, да, есть куда пояс ставить. Обычные у них карманы сзади, спереди, замочек вот тут, да, железный. В общем, ничего такого непременного. Это классика. Классику я люблю, всегда ношу с превеликим удовольствием. Вторая модель на мне, это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 531-053. Цвет желтый, размер 52, 100% хлопок. Вот вы знаете, она до такой степени легонько-тоненькая, я думаю, видно, как просвечивает даже бюстгальтер. Да. Я думаю, это видно. На мне обычный белый бюстгальтер. Как бы это меня смущает. Мне как бы не очень нравится. Не знаю, вроде бы в одежде, но голая. Да, мне вот это не понравилось, к сожалению. Хотя сама по себе модель отличная и все здорово и великолепно. Очень мягкая, легкая, обычная классическая футболка. Просто сильно просвечивает. Еле натянула эти джинсы. Это 100% возврат, потому что я в них боюсь даже дышать. Они на меня не налезли. Ну, как бы налезли, но они абсолютно не тянутся. И очень сложно и тяжело в них. Значит, это брюки из джинсовой ткани для женщины. Артикул 532-273, размер 52. Состав 100% хлопок, поэтому они, в принципе, и не тянутся. И трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 531-037, тоже 52 размер, тоже 100% хлопок. Абсолютно такая же, как и предыдущая, но не просвечивает. Ее я себе обязательно оставляю. Джинсы, ребят, они очень сильно мне малы, прям врезаются в талию. Берите их себе, если вам такая модель нравится. Она, в принципе, стройнит нормально, но я думаю, видно, как они мне не подходят, как они мне велики и... Малы. Малы, да, малы, и все у меня вот тяжку. В общем, это не мое. Брюки для женщины, артикул 532-265. Они мягкие, не клевые, 100% хлопок. Ощущение такое, как будто они немножечко созданы под вельвет, но обратите внимание, насколько они мне коротки. И когда я в них хожу, почему-то одна нога у меня застревает, штанина поднимается вот так вот вверх, и ничего не сделаешь, она назад не опустится. У меня ничего не получается, что бы я ни делала. Ну и они, конечно же, мне коротковаты. Я понимаю, что сейчас такая мода, да, носить короткие вещи. Мне эта мода не нравится. Далее трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Из такой же серии, как и предыдущая. Тоже все здорово и классно. 100% хлопок, размер 52, но уж очень сильно просвечивает. Мне такое не нравится, когда ты стесняешься вещей, в которых ты ходишь. Вот этот комплект, он сел на меня отличнейше. Просто, да, великолепно все. С одной стороны, все в обтяжечку. Но с другой стороны, в нем комфортно и классно, и он вообще очень хорошо сел по фигурке, все прямо вот, знаете, мне ни до чего не докопаться, но вот почему-то одна штанина застревает, и штаны короткие, не по размеру мне, я ростом 162 сантиметра, вот как вы видите, они вот не особо-то на мне, может быть, это и мода, я не отрицаю. У брюк комплектация такая же, как и у джинс, обычная, классическая, очень удобные штаны. Обожаю что-нибудь такое простое, легкое, яркое, дышащее, комфортное к телу, вот как эта футболка, все идеально, даже, кстати, вот и линейки, наклонитесь, ни грудь, ничего не видно, не просвечивает, хотя вот из одной серии, да, что-то просвечивает вообще сильно, как будто ты голый, а что-то вообще не просвечивает. Вот это вот трикотажная фуфайка, цвет мятный, размер 52, 100% хлопок, прям пойдет мой шкафчик. Артикул 531-021, реально шикарная.
Мне нравится, буду носить с удовольствием. Ну и брюки, ребят, дайте совет. Мне нужен ваш совет, мне не очень нравится. Они хорошо сидят, они нигде не давят, никуда не впиваются. Артикул 532-249, цвет мятный, размер 52, 100% хлопок. Вот мне не нравится, что они коротки, во-первых. Но я понимаю, что с кроссовками там будет вообще отлично смотреться. Мне прямо хочется вот их оставить. Ну, я прям даже не знаю. Цвет очень приятный, он ко всему подойдет. Особенно вот с каким-нибудь там белым пиджачком, черным пиджачком. Вообще будет великолепный. Антон, что скажешь? Ну, цвет мне не особо нравится. Да? Да. А мне наоборот цвет нравится. Да, вот такой вот он прям хорошенький. Сейчас на мне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 531-029. Цвет пыльно-розовый. Размер 52. 100% хлопок. Оставляю. Цвет красивый. Вроде бы все хорошо. Брюки для женщины. Артикул 532-257. Пыльно-розовый. Размер 52. 100% хлопок. Ну, та же проблема у них. Они сидят хорошо. Они сидят великолепно. Никаких нареканий нету. Но вот коротковатый. И почему-то ноги у них в обтяжку, и при ходьбе они собираются кверху. Вот этого не было у фисташковых. Фисташковые как-то вот легко на меня сели, а вот эти нет, не хотят. У меня эта нога ломаная, она у меня действительно может быть и больше, но надо смерить, скорее всего. Как вам этот образ? Бежим дальше. Итак, на мне сейчас получаются трикотажные брюки для женщины. Артикул 531-277. Цвет черный, размер 52, 100% хлопок. Итак, это брюки от другой комплектации, не от этой, но я решила вам показать с, получается, трикотажной фуфайкой с коротким рукавом для женщины. Артикул 531-085, размер 52, 100% хлопок. Отличные брюки. Значит, тут идет резиночка хорошая, завязочки бежевые, в цвет кофты, я так понимаю, черно-бежевый. Низ изделия выполнен в форме тоже резиночек. Резиночки прям распрекраснейшие, все здорово, великолепно, никаких нареканий нету. Кроссовки тоже Фаберлики, я не знаю, есть, нет, такие на складе. Значит, длина футболки вот длинная. Она не просвечивает, она замечательная, легкая, мягкая, тоже такая хорошенькая очень к телу. Поэтому я такие универсальные вещи люблю, оставляю. Ну что, прикольно смотрится, да? Мне нравится, если честно, мне очень нравится. Трикотажная толстовка с длинным рукавом для женщины. Артикул 531-181. Цвет черный, размер 52, 100% хлопок. Низ идет с разрезом, зад длиннее переда, вот такая она вся прям воздушная. Я так понимаю, перед нужно заправлять, из-за этого тут шнурок такого же цвета, как тут. Если носить на выпуск это все дело, то нужно как-то вот шнурки сделать так, чтобы они вот так вот не свисали, а то смотрится странно. Дальше, значит, подмышкой, да, вот это вот рукав, плечо, такие вот тут строчки, видите, да? Цвет шнурков. Капюшон внутри тоже бежевый, снаружи черный. Можно одевать, можно не одевать. Капюшон отличный, плотный, ткань двойная. В общем, что я только не делала. И с туфлями, и с кроссовками, но не идут ни юбки. Такая вот юбка с таким разрезиком, я думаю, его видно. Вроде бы отличная юбка, отличное качество, но сколько бы юбок такой длины я не заказывала, они мне просто не подходят. Трикотажная юбка для женщины, артикул 531-421, цвет черный, размер 52, 100% хлопок. Юбочка идет с двумя карманчиками. Очень такая удобная, современная, легкая, классная. В ней действительно клево. Вот ощущение клевое. Вот кому идут юбки, покупайте. Я вот, к сожалению, не могу себе позволить такую вещь, потому что, ну, не идет, да? Мне кажется, здесь просто не подходят тебе кроссовки белые. Скорее всего, у тебя есть бежевые кроссовки в цвет как раз завязочек. И они будут намного лучше смотреться. Или надеть туфли. Туфли со спортивной кофтой? Ну, да. Не знаю даже. Ну, не лакированные. Ну, в общем, как-то так. Так, ну сначала хочется показать юбку. Как вы видите, тоже юбка не особо-то моё. Да, есть карманы сзади, все, но она как-то вот вверх у меня сильно очень собралась. Это не очень она мне нравится. Юбка из джинсовой ткани. Артикул 532-281. Цвет синий, размер 52, 100% хлопок. Она тоже
вообще не тянется, но хотя бы села мне размер в размер. Вот джинсы такие же, они мне не налезли практически. В них я очень тяжело двигалась, я понимала, любое лишнее движение, они могут лопнуть. Тут нет, тут размер в размер, но что-то вот не так. И вот такой вот джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 530-989, цвет красный, размер 52, 95, хлопок, 5 эластан. С удовольствием себе оставляю, яркий, клевый, он освежает. Кстати, юбка как будто еще дополнительный объем такой создает, да? Ну вот джемпер вот такой. Без юбочки он смотрится куда лучше, в обтяжечку. Кстати, юбку смотреться стало намного лучше, чем была. Не хочу я ее. Ну да. Не хочу. И лучше, хуже не хочу. Вот бывает такая вещь, ты ее примеряешь, думаешь, какая клевая, у меня такой нет. А, я буду мерить, я себе оставлю. И надеваешь и понимаешь, что не твоя, не твой типаж, не так хорошо смотрится, как тебе бы хотелось. Ну, вот тот вариант. Вот эта кофточка вообще, она суперская. И растягивается клево, классно. И горловина моя, да, и цвет мой. Вот прям все нравится. На мне сейчас трикотажные брюки для женщины, артикул 531-269, размер 52, 100% хлопок. Отличные брюки, точно-точно такие же, как и черные, только с беленькими теперь шнурочками. Очень понравилась трикотажная майка для женщины, плотно лежит, вот эти вот подмышечки как-то вот прячет, все прямо вот, знаете, хорошо очень лежит, аккуратненько. Это трикотажная майка для женщины, артикул 531-125, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. Ну, прям вот спортивные вот эти все костюмы в точку, мне понравились. Так, длина майки, я размер 52 и рост 162, вот длина майки, вот докуда она мне идет. Точь-точь такой же, как предыдущий черный, только бордовый, размер 52, артикул 531-173, трикотажная толстовка. С таким же капюшоном, кстати, капюшон тут нет, не белый. Я думала, неужели сделают белый, раз и то бежевый, нет. Только белые завязки и белое прошито вот тут, вот в этом месте. Мне нравится. Прикольно. Но я же говорила, что кюлоты это не мое. А мне все спрашивают, почему, да как. Ну вот смотрите сами. Кюлоты для толстеньких девочек, они вообще никуда. Они еще больше укорачивают, еще больше утолщают. Хотя очень достойное качество. Я вам честно скажу, качество, пошив, ткань. Все очень достойно, все очень классно. Но просто это не моя модель. Это модель на, может быть, более длинноногих, стройных девчонок, которые постройнее и повыше. Будет симпатично смотреться. Может быть, это еще и не моя длина, потому что я ростовкой 162. Но длина, по идее, не туда и не сюда. Она мне просто не нравится. Так, ну давайте я вам все равно покажу, потому что многие кюлоты любят. И прошлые кюлоты зашли у нас великолепно. И я видела девчонок, которые ходили в кюлотах вот на встрече компании Faberlic. Да, у нас были кожаные, обычные кюлоты. И на девчонках в пиджачках смотрелось просто безумно классно. Ну, как говорится, вещь должна сидеть по фигуре, на моей фигуре. Вот этот костюм, он, конечно, ну, не сочетается, некрасиво, мне не нравится. Трикотажные брюки для женщины, артикул 531-349, размер 52, 85 хлопок, 15% вискоза. Качество просто суперское, конечно. Дальше, трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 531-253. Вот если снять кюлоты, надеть джинсы с ним, я уверена, что он будет на мне очень хорошо смотреться. Отличная модель. Размер 52, 85% хлопок, 15% вискоза. Хороший костюм. Есть какой-то такой, знаете, мини-мини ворсик. Ну, можно сказать, ничего нет. Он плотный, средней плотности. Рукав отлично тоже на мне сидит. А низ изделия, да, выполнен в форме резиночки. Низ рукава тоже в форме резиночки. Ну так, по идее, все классно, да, это завязочки. Здорово, но просто не мое. Цвет, кстати, классный. Так, сейчас на мне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Сразу скажу, оставляю. Она слегка просвечивает, меньше предыдущих, но не сильно. Оно не кидается в глаза. Я оставлю с удовольствием. Артикул 531-109. Светло-фисташковый оттеночек. Белые вот тут вот полосочки у горловины. Размер 52, 100% хлопок. Дальше перейдем к трикотажным брюкам для женщины. Артикул 531-301. Светло-фисташковый оттенок. Размер 52, 100% хлопок. Брюки тоже огонь. Бомба, оставляю, даже не раздумываю. Жду, пока придет кофточка и весна, чтобы в них погулять. У нас пока минус 10, они тонковаты для нас. В общем-то, да, отличные. Просто отличные зеленые завязки. Скорее всего, у толстовки будут зеленые тоже завязочки. Да? Отлично, просто отлично.
Отличный цвет, супер, мне тоже нравится, ну и фисташковый тоже очень нравится. Прям порой вот не знаю, что выбрать, что красивее, что лучше. Это трикотажные брюки для женщины на мне сейчас. Артикул 531-261, размер 52, 100% хлопок. Ну, точь-точь как черные, как фисташковые. Низ изделия резиночка, глубокие нормальные карманы. И завязочки белые в этот раз у нас с вами. А дальше, значит, трикотажная толстовка с длинным рукавом для женщины. Артикул 531-165, размер 52, цвет изумрудный. Изумрудный 100% хлопок. Шикарный. Капюшон нормальный, не двухцветный. Да, также тут вот светленьким пришито, контрастным. Ну, мне нравится, мне очень нравится. Так, сейчас на мне трикотажные обтягивающие брюки. 95 хлопок, 5% эластан. Артикул 531-469, размер 52. Обычные хлопковые, тянутся хорошо, все здорово, размер в размер. Ну вот леггинсы как леггинсы. Знаете, такие прям трифичные, удобные. Кожа в них будет дышать, в них хорошо будет прогуляться вечером, летом. Комары прокусят, если это кому-то нужно знать. Так, дальше. Трикотажная майка для женщины. Артикул 531-117. Цвет черный. Размер 52. 95 хлопок. 5% эластан. Это та же самая майка. Бордовая такая была маечка, да? Такая малиновая, бордовая. Вот, та же самая майка. Только в черном исполнении. Очень удобная. Мне нравится, что она вот тут вот прикрывает вот эти вот некрасивые штуки у подмышек. У кого есть такая же проблема, как у меня, прям сообщаю вам радостную новость. Трикотажная майка для женщины, артикул 531-133, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан, 100% все майки оставляю, очень нравится с чем-то носить, да, сверху кофточку или как самостоятельно, мне очень они подходят. Помните трикотажный джемпер, ярко-ярко такой алый? Так вот, это точно такой же джемпер, только цвет темно-синий. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Кстати, рукава у них очень хорошие, длинные, поэтому для высоких девушек эта модель тоже подойдет. Артикул 530-105, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. Точно такой же джемпер, как два предыдущих, но этот очень сильно просвечивает. Артикул 531-013, размер 52, 95% хлопок, 5% эластан. Антон, на камеру видно, что просвечивает? Да. Ну вот как-то вот не очень порядок, но вот я думаю, может быть оставить. Нет, да? Нет. Хорошо, нет, так нет. У меня просто очень мало белого, потому что белый непрозрачный найти ужасно сложно. И мне очень бы хотелось ее себе оставить. Я, наверное, ее себе оставлю. Сейчас пойдут джемперы, которые должны были идти с кюлотами. Но кюлоты я заказала одни, я просто... Ну зачем вот это все туда-сюда возить? Я была уверена, что они мне не подойдут. И поэтому я сейчас вот с этими черными леггинсами перемеряю все кофточки. Честно скажу, вот эту оставляю, она безумно классная. И в принципе вот он, готовый лук, который мне действительно идет. Уже хорошо, мне нравится. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 531-213. Цвет лаймовый, размер 52. Состав 100% хлопок. Какая вообще особенность у этой модели есть? Да, рукав, вот как вы видите, для более высоких девушек подойдет, но не очень-то, да, то есть если у предыдущей был как-то вот так, да, то тут, смотрите сами, тут вот этот вот запас, он как раз вот, знаете, вот прям до предела, но не выставляет грудь, это не смотрится как-то вот некрасиво. И, ну вот то, что нет карманов, ну, в принципе, без разницы. Цвет классный, мне такие яркие оттеночки идут. Я очень люблю что-то такое вот свободное, двигаться. Сумочку еще вот так вот черную, и вообще будет шикарно. Трикотажный джемпер с длинным рукавом, точно такой же, как предыдущий. Артикул 531-221 в 52 размере, 100% хлопок, цвет синий. Хорошо, мне нравится. Итак, коричневый. Очень, кстати, красивый коричневый. Мы оба, когда распаковывали упаковку, подумали, что нам он не понравится. Нам он обоим понравился. Он реально такой, знаете, красивый коричневый оттенок. Артикул 531-245, размер 52, 100% хлопок. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, цвет фиолетовый, размер 52, артикул 531-229, состав 100% хлопок. Нравится? Еще пропустили один джемпер, но в куче нашли.
Поэтому получилось не по порядку. Артикул 530-997, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. Прикольно в залежных находить то, что не досняли. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом, артикул 531-061, размер 52, 100% хлопок. Не знаю, мне кажется, что этот цвет меня морочнит. Вам как, Антон? Просто, слишком просто. Да? Вообще. Ну вот тоже как-то вот, ну не легло на меня, не село. Футболка под названием «Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины». Артикул 531-093, размер 52, 100% хлопок. Ребят, как вам этот цвет? Как вам бордовый лук? Не знаю, мне кажется, что мне бордовый не идет. А вы как считаете? Итак, трикотажные обтягивающие брюки для женщины. Это леггинсы, ребята, это обычные леггинсы тоненькие. Цвет бордовый, артикул 531-461, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. Точно такие же, как черные предыдущие, да? И трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, артикул 531-077, размер 52, 100% хлопок. Все бы хорошо, но вот обратите внимание на горловину. Видите? Она вот такая вот волнистая, и у всей серии вот такая горловина. Мне не нравится. Все отлично, но вот такая горловина уже волнистая, только-только я ее надела, и уже что-то вот не так. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 530-981, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан, тоже отличная моделька, так же, как все предыдущие цвета, и белый, и голубой, и так далее, и так далее. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, артикул 531-069, размер 52, 100% хлопок. Ну вот тут, кстати, не растянута горловина, да, то есть, может быть, на той как-то был единичный случай, но вот на этой прям все идеально смотрится, прям все хорошо, все здорово, никаких нареканий нет, я ее, пожалуй, себе оставлю. Трикотажные обтягивающие брюки для женщины, артикул 531-477, размер 52, 95% хлопок, 5% эластан. Ну, прикольно, прикольно. Можно с этими леггинсами надеть ту кофту, да, вот, которая прошита. Можно с теми штанами надеть вот эту футболку, да, то есть монолук вообще шикарный получается, суперский просто. Мне нравится эта идея Андрея Бурматикова. Огромное ему спасибо за такую классную коллекцию. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 530-973, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. Тоже прикольно, да? Что-то у платьев мне не нравится фасон. Как-то не знаю, мне не нравится. Ну, хотя по фигуре сидит хорошо. Но на спине тоже, да, что-то не так как-то. Да нет, спина нормальная, она просто в талии она собрана. Рукава тоже очень свободная. Тут тоже провисла, может быть, его она была на размер меньше. Но нет, на размер меньше никак, потому что иначе тут будет сильно в обтяжку, будет нехорошо. Не знаю, артикул 531-365, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. А тонкое такое приятное платье, очень приятное, в нем очень легко, в нем хорошо, оно очень комфортное. Но вот такое ощущение, что вот дома в нем было бы классно. Одел, весь день ходишь и выглядишь не так вот простецки. Но вот на улицу в таком, я не знаю, я бы не хотела выходить, например. Такой реально домашний вариант. Особенно вот мне, да, там где-то сторис снять, где еще что-то вот приятное такое, суперское, мягкое к телу. Очень красивый цвет, хочется оставить его для того, чтобы проводить дома вебинары. Как-то, знаешь, он не просто цвет, а как светится. Мне прям очень нравится вот этот оттенок, этот цвет. Я хочу такой спортивный костюм. Такого цвета, прям очень красиво. Трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. Артикул 531-371, размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. Оставлю. Тоже очень красивый зеленый цвет. Прям нравится. Оно у меня такое простенькое. В нем очень мягко, уютно. Артикул 531-357. Это трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. Размер 52, 95 хлопок, 5% эластан. Такая уже лохматая после многочасовой съемки. Ребят, в целом, были модели, которые мне не понравились, были недочеты, но их до такой степени мало. Это просто что-то с чем-то. По-моему, Faberlic становится еще лучше и еще круче на, ну, лично мое мнение. Единственное, что я забыла снять, у нас еще есть синие леггинсы, да, как вы поняли, кюлоты я заказала не все.
юбки я заказала не все, и вот я пропустила, сейчас вот нашла обычные синие леггинсы. Я их оставляю, у меня мама очень любит синие леггинсы, у нас не одинаковый размер. Это цвет темно-синий, 95 хлопок, 5% эластан, артикул 531-453, 52 размере. Точно такие же, как вот бордовые, зеленые, черные, да, то есть вот только синие. Тоненькие, приятные, и дома в них классно ходить, и в магазинчик, в какой мне бы закрывала попу, и вообще, если попа красивая, можно и не закрывать, сейчас так модно, вот. Ну что ж, поработала, честно скажу, устала, но очень довольна тем, что выполнила такой объем работ сегодня. С вами была Кононова Аня, за кадром муж Кононов Антон. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео, и еще не все.